Многие не в восторге от этого произведения, очень много обрушилось критики на этот новый фильм 2024 года. Кто-то говорит то, что фильм перевернул роман с ног на голову, но я считаю, отличный актерский состав и игра. Но что касается музыки, больше нравится из сериала 2005 года, где вот Маргариту сыграла Ковальчук, Воланда Басилашвили, Александра Галибина у нас сыграл мастера. Версия какая-то немного другая, ну тоже новая и интересная.